Здание первой школы – одно из старейших в городе. Оно построено 87 лет назад и почти ни разу основательно не ремонтировалось. За время существования учебное заведение выпустило немало известных людей. Среди них руководители предприятий, политики, почетные граждане. Раньше в школе номер один на улице Буркова обучалось 450 человек, а пока вместо учеников в коридорах лишь тонна цемента и штукатурки. Подрядчик уже завершил капитальный ремонт кровли и фасада. Рабочие укрепили фундамент, проложили канализацию и установили тепловой пункт. На стадии завершения крыльцо здания, но не обошлось и без трудностей. Здание действительно не просто довольно старое, здание 35-го года. Сложности, очевидно, были, и наши строители с ними сталкивались. В основном это перекрытия все деревянные. Многие из них пришли в негодность, поэтому они все заменялись. И то же самое с кровлей. Внутри еще много работы. Сейчас специалисты готовятся к отделке полов, стен и потолков. Необходимо подключить наружное освещение, уложить дорожное покрытие возле ворот и озеленить территорию. И все идет по графику, это очень важно. Проверили качество работ, тоже все устраивает. На самом деле очень важный момент. Мы фактически получаем современную школу, но сохраняем исторический облик города. Это важная вещь. Планируется, что в следующем учебном году обновленная школа распахнет свои двери для учеников. На время ремонта их распределили по соседним учебным заведениям. Кирилл Грепиняк, Руслан Мавлютов, ТВ 21+.